Специалисты Минсельхоза России прибыли в регион и для инспекции, и для того, чтобы наглядно убедиться, как в Хакасии на практике реализуется нацпроект по комплексному развитию сельских территорий. Гостей прежде всего интересует развитие инфраструктуры от дорог до объектов соцкульбыта. Для республики визит из министерства – реальная возможность доказать. В Хакасии аграрный сектор – не пустой звук. Люди хотят жить и работать на земле. Для нас, конечно, очень важно, чтобы республика продолжала активно участвовать. И мы понимаем, что только вот при понимании этого Минсельхоза и поддержке это возможно. При этом мы стараемся свои обязательства исполнять. До встречи с главой республики делегация уже успела ознакомиться с сельскохозяйственным сектором Хакасии. При этом в Москве и так неплохо осведомлены о деятельности региона на селе. На территории ремонтируются школы и детсады, возводятся дома культуры. Очень замотивированный специалист, вообще команда, которая работает над развитием сельских территорий у вас, действительно заинтересована в комплексном развитии. Это на самом деле не так много примеров, когда мы видим, что вот сегодня коллеги мне активно рассказывают о том, как в тот же Белый Яр удается привлечь все государственные программы. А чтобы слова не расходились с делом, гостей пригласили в Аскельский район. Там состоялось вручение ключей сельским новоселам 44-квартирного дома. Кстати, построенного по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».